Добрый вечер. Вы говорите в одном видео, что если не было антител к токсоплазмозу, то можно сдать повторный анализ. Давала в 7 недель примерно только IgG, антител нет. Прочитал инфекциониста, дальше ничего нет. Смотрите, я просто стараюсь объяснить, что есть разные классы антител. И первыми всегда появляются антитела класса M. Это говорит о первичном инфицировании, антитела класса М. Хотя у беременных женщин все антитела повышаются. И вот эти даже класс М, он может быть незначительно выше негативной нормы. То есть может быть так называемый сомнительный результат. Однако, если произошло первичное заражение, в течение первых практически 2 дней начинают расти вот эти антитела класса М. При этом антитела класса G, они появляются чуть позже. И вот буквально через неделю уровень антител класса М довольно высокий. Он реально положительный, просто чуть-чуть там или показалось, или померещилось. И при этом довольно высокий. И этот уровень антител может держаться от 2 до 3 недель, даже несколько месяцев. Зависит также от иммунной системы женщины. Но в основном 2-3 недели он будет высокий, он никуда не денется. Класс G появляется при первичном инфицировании буквально чуть позже, где-то на 2-3 дни позже, но пика достигает через 3 недели. Вот поэтому, когда мы проводим вакцинацию, например, почему говорим, что лучше беременеть, там, например, или ехать куда-то через месяц, то есть в среднем 3 недели, мы говорим 4 недели, потому что именно на 3-й неделе появляется пик вот этих антител класса G. И это можно заметить, то есть мы не ставим по одному анализу какие-то диагнозы. Если есть сомнения, мы проводим, смотрим динамики. Поэтому если, скажем, антитела класса М у беременных женщин незначительно повышены, при этом антитела класса G положительны, это говорит, что есть иммунитет, есть защита. Потому что что дальше происходит? Антитела класса G, они будут довольно высокими, потом потихоньку начинают понижаться на большинство заболеваний, которые имеют иммунитет, когда есть природный иммунитет. Это всегда будет положительный результат. И значит, если антитела класса G отрицательны или незначительно, то есть сомнительный результат, потому что, опять же, при беременности все антитела повышаются, то мы можем провести повторный анализ через неделю на антитела класса M и G, или через даже неделю, пусть будет через 2-3 дня, посмотреть целый комплекс антител, ну и плюс. Токсоплазмоз не диагностируется только по антителам. Поэтому, когда инфекционисты ставят такие диагнозы и назначают лечение, это как раз будет неправильно, потому что говорит, что инфекционист некомпетентен в своих вопросах. 26 недель нужно сдавать, если вы сдавали, например, 2 класса М и G, не просто М. То есть мы не сдаем отдельно, но иммунитет определяет антитела класса G. Вот. И поэтому можно мониторить, конечно, но еще раз повторю, что при инфекции первичной это довольно высокий показатель, это очень высокий показатель. Поэтому я считаю, что, скорее всего, здесь немножечко вас как бы дергают. И, кстати, в видео я хотела еще рассказать об овидности, забыла, вот как раз поэтому вспомню. У вас очень модно, популярно сдавать на овидность и считают, что если овидность высокая, то это плохо. Нет, если высокая овидность, это хороший показатель иммунитета. И низкая овидность как раз наоборот. А у вас с точностью наоборот интерпретирует. Но сам анализ на овидность инфекции не имеет никакого практического значения, поэтому практически его не проводим. То есть мы его не проводим, чтобы вы понимали. Вот. Значит, дополнительная информация по токсоплазмозу и вообще по инфекциям есть на вот этом канале YouTube. Здесь у нас есть и по торче, по токсоплазмозу, так что можете посмотреть. Есть книги «9 месяцев счастья», и есть пару публикаций на официальном сайте, чтобы вы могли разобраться. Но еще раз повторю, что тут и разбираться-то нечего, поэтому нужно запомнить, что если М отрицательный, G положительный – это иммунитет, а если G отрицательный, М отрицательный – значит, не было контакта. Если сомнительный, потому что эта беременность тоже сомнительная. Кстати, 30% женщин имеют положительную реакцию Вассермана на сифилис, что не является, то есть это не специфическая
на самом деле скрининговая, то есть не специфический скрининг на сифилис. И от реакции Вассермана уже давно отказались во многих странах. Но, тем не менее, еще некоторые женщины вот сдают, и потом начинают их дергать, их начинают просто насиловать бесконечными обследованиями и лечениями, хотя у них нет никакого сифилиса, потому что, увы, наши врачи почему-то забывают, что при беременности растут все классы антител, то есть повышаются. И реакция как раз не специфическая, потому что эти антитела, они чуть-чуть поднялись и дали вот эту реакцию. Поэтому нужно это все понимать.